Вы тоже сначала смотрите на яркую упаковку и только потом читаете срок годности и состав. Согласитесь, по большому счету нам все равно приходится верить на слово. Даже эта информация не расскажет о том, как производится продукт. Но для нас один вариант есть. Считается, что товары с вот таким знаком самые лучшие, а значит и скрывать предприятию от покупателя нечего. Используем знак качества как пропуск на производство. Российский знак качества, учрежден в 2014 году, наследник знаменитого советского знака качества, присуждается по результатам независимой экспертизы, является высшим знаком отличия для товаров отечественного производства. Мы расскажем, кто из белгородских производителей имеет право маркировать свою продукцию красным пятиугольником. Как выбрать правильный продукт? Шаг первый. Найти на упаковке этот знак. Шаг второй. Надо брать. Это майонез «Слобода». А это подсолнечное масло, из которого сделают майонез «Слобода». А это подсолнух, из которого выжмут масло, из которого сделают майонез «Слобода». А это семечко, которую посадили, чтобы вырос подсолнечник, из которого выжмут масло, из которого сделают майонез «Слобода». Перед тем, как получить масло, эксперты завода убедятся, что подсолнечник не содержит токсинов, а в поле, на котором он рос, нет солей тяжелых металлов. Так что не каждая семечка дойдет до производства. Масло выжмут только из натуральных здоровых семян. За это отвечает специальная система контроля качества «Органик Контроль». Майонезную эмульсию готовят по классическому рецепту. Сначала в специальную емкость заливают воду и нагревают до 95 градусов по Цельсию. В нее добавляют соль, сахар и яичные желтки. Все перемешивают и доводят до однородного состояния, то есть гомогенизируют, после чего оставляют остывать до 18 градусов по Цельсию. В теплую майонезную пасту добавляют горчичное масло, затем подсолнечное. Они должны равномерно распределиться в общей массе, поэтому их заливают медленно. В самый последний момент в смесь добавляют уксус. Все еще раз перемешивают и гомогенизируют. Кстати, гомогенизатор, который используют для производства майонеза «Слобода», уникальный и не имеет аналогов в мире. Он разработан конструкторами компании «Эвка» для получения тончайшей эмульсии с размером жировых шариков меньше 4 микрон. Благодаря ему и получается однородная кремообразная консистенция, которой так славится майонез «Слобода». Если в это время эмульсию рассмотреть под микроскопом, мы увидим, как капли растительного масла, плавающие в воде, распадаются на мелкие частички. Инновационные технологии делают приготовление бережным и сохраняют полезные свойства натуральных ингредиентов. За это тоже отвечает производственная система качества «Органик Контроль». Классический провансаль по ГОСТу на 67% состоит из подсолнечного масла. Энергетическая ценность подсолнечного масла – 899 килокалорий на 100 граммов. Калорийность майонеза «Провансаль» – 613 килокалорий. То есть правильный майонез – это менее калорийный продукт, чем подсолнечное масло. Однородную эмульсию майонеза «Слобода» охлаждают до 25 градусов по Цельсию и отправляют на фасовку. Заводы «Эвка» оснащены самым современным оборудованием. И продукт, и упаковку здесь стерилизуют отдельно. Именно поэтому при производстве майонеза «Слобода» не используют консервантов. Асептическая упаковка и без них сохранит соус. Здесь стерильно, как в операционной. Первый в России оливковый майонез появился под брендом «Слобода». Его рецептуру разработали технологи компании «Эвка» в 1999 году. Он соединил в себе традицию русской и французской кухни. Классический провансаль «Слобода» появился годом ранее. В первой упаковке холдинг взял обязательство выпускать только продукцию самого высокого качества. Может, именно поэтому торговая марка «Слобода» уже в течение многих лет признается брендом номер один для россиян в категории майонез. Майонез из натуральных ингредиентов может храниться до 90 суток при температуре от 0 до 10 градусов по Цельсию. Если температура выше, сроки сокращаются вдвое. Тогда майонез можно использовать в течение 45 суток, как и написано на упаковке «Слобода». А вот если сроки хранения майонеза полгода или больше, в его составе однозначно есть и консерванты, и, возможно, антиоксиданты. И это уже не о «Слободе».
Компания «Эвка» выпускает майонез на трех заводах – в городе Алексеевке Белгородской области, Екатеринбурге и подмосковном Ногинске. По итогам 2016 года «Эвка» занимает второе место на российском рынке майонеза – крупнейшем рынке майонеза в мире. Майонез «Слобода» прошел все существующие проверки, и эксперты подтвердили, он действительно состоит из натуральных компонентов и не содержит консервантов, иначе его бы не отметили знаком качества. Так что теперь мы точно знаем, такой продукт надо брать. Хотя я и так покупаю только «Слободу».